обязательно ходить в храм? Понимаете, есть такие слова святых, что и бесы верующие. То есть духи злобы, они тоже веруют в Бога и трепещут. То есть они боятся его страшного суда и наказания. Поэтому, конечно же, веру свою надо проявлять. Если мы христианами называемся, то мы следуем за Христом. Берем с него пример. Если сам Христос ходил в храм, будучи и отроком, и уже взрослым человеком, он ходил в храм и на праздники приходил, и проповедовал в храме. И, конечно же, все помнят даже тот случай, когда он из храма по ревности к любви к Богу Отцу, он изгонял продающих, купующих и прочих, которые не молились в храме, а занимались своими делами. То же самое и мы сейчас должны, повторяя за Господом его путь, и мы должны ходить в храм. Без этого нельзя. Мало того, откуда, собственно, сам храм Божий здесь, в этом мире появился? Это же откровение Бога было пророку Моисею, как создать храм, что должно быть святая святых алтарь, что должно быть помещение храма, жертвенник, престол, семисвечник и прочее. Все это соблюдается оттуда, из откровения Моисея пророку, и сейчас мы точно так же в такой же храм ходим.